at your destination. Заходите. Ну, конечно. Так, это я, чтоб дверь от лошади. She's going to show you a very nice place. Your house is too small and... Я тебе вот такое покажу место. He wants to show you a very cool place later. Проходи. Давайте я закрою это, чтобы комар это, вернее, чтобы... Ладно, пошли, что ты уж прямо... Это я тут... Здесь нету, надо в Виноградово ехать. Куда там ездят-то, кстати? Это куда-то выше деревьев. Интересно, да? Интересно. Вот. Интересно. Интересно. Времени, значит, у нас час. Мы вернем детей. Что надо сделать? Отца нам и терять. Вы тоже пойдете. Костюмы вот такие. Я все. А все куда-то пойдет. Да? А там у вас не ходил никуда? Вот так. Вот тоже вот. Вот это вот. Ой, извините. Что-то надо брать? Ничего не надо. Ты уже вся упакованная. Beehives then to the neighbor. Neighbor. Снимай все подряд. Она здесь не спила, наверное. Ой. Не одну потом сорвет. Я movie. Ура! Поехали. Дальше. Это красиво же романтика. У Касано, томодачи митай нан дескедо. Йохожо ятте ру тикото. 今日は見せてもらえることになったんで、はい、ちょっと紹介しようと思います。わあ。どういう商品？普通にも食べようとして食べれなかったです。うん。じゃあ。Вот он виноград выращивает. Съедобный. Drinking water. Это по. They buy. Can record. Вот они. And this is normal water, just fresh water. Здесь salty water. А зачем соль? Соль, ну, она активирует это. Kind of big houses. Вот здесь вот. Это вот здесь семья. Здесь семья. Потом, когда начинается медосбор, это объединяется, становится. Вот семья, вот семья, вот семья. United. И потом это все объединится. Так попробовать так и не надо. Че, пошли в улье по этому. Ну, вот, давайте. Ему охота внутри посмотреть. Ну да, сейчас. When they feel the fog and they cannot really sting you. Когда? Который? Когда? Много способов. Вот это основная семья. Вот эти белые рамки, это свежие. For the winter, because in fresh вот. Rakes, вот это, rakes, вот это вот видите, bigger, сработано. Bigger, видите, широко ставятся для того, чтобы для того, чтобы матка не могла сеять здесь детку. Здесь. Пчела, вот она, это пчелы, которые работают на медосборе. Они только занимаются нектаром. Вот, скажем, видели там пчелы воду вносят? Это водовозы. They all have the function. Посмотри в мед. Ага, have a look. Я тебе покажу, как нужно обращаться. И все, ставь сюда. Сейчас сюда ставь, аккуратненько. Вот сюда. Вот это называется доска диафрагмы. Так, погоди, пусти. Аккуратно, давай. Аккуратно. Carefully, вот. Yeah. Аккуратно, давай, ставь. Давай. Все, yeah. Теряться. Надо, чтобы они отрабатывали. Как это все делается? Говорил, что есть. Чтобы было их всего больше, да, надо. Чтобы. Я так условно говорю. Будет примерно 90 тысяч.
kind of cabinet. Здесь мастерская будет. Поставить циркулярку, там станочек разный. Ульи делать. Экологически чистая жизнь. Это вот воск. Вот. Баня. Баня. Этот, вот здесь вот я эти мед тереспил. Сюда, значит, проливал. Вот они, видите? Это, потом в воскотопке я буду перетапливать их. Хочется сделать, все усовершенствовать. Рук не хватает, времени не хватает. Вот это, здесь вот они зимуют, значит, здесь... Да ладно, хватит. Это квас, можно окрошку делать, ну, все одно. Интересненько, ни разу не пробовала. Утоляет жажду, это отлично. Sweet berry. Ягодами угостите. Пошлите ягодами угостимся. Berries. Пошли. Да. Вау. Ягоды-то. Сейчас. Но они как бандиты. Сейчас я вам покажу рой. На. Чужая ягода сюда. Чужая ягода, конечно. Вот он, вот. Вот. Все это заклеил. Это не от него, это садовый вар. Я думала, воск. И все. Я сделал для того. Слушайте, значит, у нас домик меньше вашего в разы. Сантиметров высота. Чтобы экономия была, это потом пчелы, и они вот так же. Вот так пчелы тоже так же. Видите? Где-то тут где-то у меня вощина была. Это из воска делается на фабриках откис такой. Ну здесь еще у меня все, как говорится, в стадии строительства. Все это зал у меня. Вот. Дерево двойные. Деревом. Недавно построили. Да. Вот больше нигде Борецка со всей нет. Вся Япония обалдеет нафиг. Вот, наверху планировал две комнаты, зала там хотели попробовать. Вот, нет. Русская печь. Какой у тебя мед? Вот что там, то, что осталось. Это. У меня есть. Я никогда не видел. Это у меня санузел. Ну ты уж суток-то, да ладно. А вот еще видите, вот мед еще это. Из чего? Не знаю. Это... Ваш мед очень вкусный, мы его очень быстро съели. Не успел, да? Вкуснее, у меня мужчина. Пчелы, не так. Same like we purchased. Слышь, ничего себе ты даешь. Шогу. You're driving. Шогу зря, ты за рулем зря. А тебе квасу? За граду. За здоровье. Ты же не едешь, а они-то. За здоровье. Крепка советская власть. Интересно. Ваниль, что ли? Это... Что там есть? Пинипек, кто за рулем-то будет? Шогу. Very nice flavor. Вкусно. Все, что осталось. От былой роскоши. Вот это больше.想像以上に自給自足って感じですね。めちゃくちゃのどかですね。スーパー行くのも車で1時間かかるし、そもそもあんまね、その食料とかいらないっちゃいらないですけど、正直僕の家でも結構田舎だなと思ってたんですけど、もう全然レベルが違いました。
Какой сладкий! Ударно долго. Да, я нет, беру у человека. Всегда. Берёный нормально. Вкусный салатик. Понравился? Квас. Квас из бирюзового сока мы там попробуем. За здоровье вообще. Ой, бляха, муха. Татары ее пьют. Ай, да что ты? Рая, на рецептик взять у тебя тоже. Бабусь. Ну-ка это что ж надо? Одна половинка этих. А вот тут стоит. Дядя Коля понравился. У меня старшая дочь в Москве. Если что, вот пьем за дружбу. Особенно Комаров когда-нибудь. Приезжайте, с ночевкой приезжайте. На рыбалку съездим, на охоту. Кто-то тебе крылья. Морда. А, да, ветеля. Он раньше рыбачил на Римов. Понятно, да? Он один год. Себя за раз. Да, дадим. Помаши. Я меду. Вот еще. А, ну можно? The advice to count how many times you miss, so next time you recover. В общем, молодцы, что приехали. Все как-то по-простому, хорошо, мне нравится. А что мы простые? Вот я так боялась, прямо простые. Не знаю. Ну, Ваньке скажу, есть невеста интересная. Больше всего она любит... みんな結構飲んでて、ウォッカを一本開けちゃいましたね。でもなんか程よい感じで、なんかすごい楽しそうですよね、みんな、ね、お母さんも結構飲んでて、なんか英語喋り出すし、ね、見ててすごい楽しそうな雰囲気が伝わったんじゃないかなと思うんですけど、結構これがロシアのリアルな感じというかね、年齢関係なく、いつもそうなんですけど、僕の奥さん30、今3なんですけど、お母さんの友達とかと普通にこんな感じで喋ってるんですよね。ロシア語喋れてあの輪の中に入れたら結構楽しそうですよね。ということで今日は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょうってね。足元でね、なんかね、こんな感じ。はい。ではまた。Вот уже холодно, сама куртку одела, ребенку давай, ребенку одевай, снимай курточку. Ой, у них все есть у них. Конечно. Это у них просто они такие цветы разводят. Ага, тихо ты. Вот. Оторвет цветочек. Вот так, вот так. Закрой ее, холодно. Вот яблоня. Видите яблоки? Вы что, обрызгивали? Да. Чем-то вы обрызгивали натуральным, да? Укрой ее, она замерзла. Вот. Ага. Ягоды сладкие. Ой, что-то не садим. Ой, тут там какие заросли крапивы у вас. Все сделаны из шифера. Ой, отфиг. А завтра, говорят, 14 градусов только будет. А, деревню съездить будет. Когда ребенку понравится и нет. И что, будет этой? Всё, блендером так. Будешь качать ещё? А сколько ребёночку-то у вас? Делаем дома. Кисловатая, нету тепла-то.
нету тепла. Спасибо, Надя. Спасибо. Не за что.